Закон о первом президенте Казахстана Елбасы утратил силу. Соответствующее постановление было принято Конституционным судом в ответ на обращение группы депутатов парламента. Документ опубликовали на официальном сайте госоргана. В тексте говорится, что он вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории республики, окончательным и обжалованию не подлежит.